возможности сотрудничества между французскими компаниями, заинтересованными в деятельности в Азербайджане, и Азергулд. Этой теме были посвящены обсуждения в ходе встречи председателя правления акционерного общества Закира Ибрагимова с советником посла Франции в Азербайджане по экономическим вопросам Луисом Тулогом и атташе по экономическим вопросам Янником Харонисом. Стороны также изучили перспективы развития горнодобывающей промышленности в целом. Кроме того, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе возможности сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и поддержания экологического баланса, применение ноу-хау технологий, использование альтернативных источников энергии в будущих проектах.